25 июля 2020 года я посетила страусиную ферму под Киевом. Называется «Долина страусов», поселок Ясногородка. Нам очень понравились страусы, такие интересные птицы, очень много малышей. Малыши такие все пушистенькие, и такие есть у них, как иголочки, их еще называют там на страусиной ферме ежиками. Страусы очень забавные, они танцевали свои танцы перед самочками. У самочек оперение более серое, клювик серый, у самцов черный с белым оперением, клюв такой розово-оранжевый. Потрогать их нельзя, экскурсовод говорила, что они могут очень хорошо клюнуть, а своей ногою они могут убить лошадь. Поэтому несколько раз нам напоминали, что страусов трогать нельзя. Экскурсия была увлекательная. Страусиная ферма насчитывает более 500 голов страусов, взрослых и самых маленьких. Страусы живут примерно 70 лет. Но возраст тяжело узнать, поэтому на птиц, которые родились на ферме, им крепят бирки с датой рождения. Глаза у страуса очень большие, весят как куриное яйцо. Но мозг страуса намного меньше его глаза и весит намного меньше его глаза. Малыши посмотрели на малышей, очень симпатичные такие, точно как ежики бегают с такими перышками.